Так, всем привет, дорогие друзья. Короче, убил я свою старую мышку, блядь, пиздец. Тут без мата, короче, нельзя. Дело в том, что у меня была такая мышка, вот X7. Уже видите, краска потихоньку слазит. Ну, ей где-то года три, наверное, еще, когда я родился, под стол, да, ходил, ее купил. Короче, ну, хана. И что я захотел сделать? Меня раздражали, вот я гайд делал на того же алхимика, меня раздражали клики. Вот, и я, короче, думаю, сейчас я достану такой паечку, буду паять, да, вот видите, буду паять, сейчас все тут раскидано, пиздец. Думаю, сейчас пропаяю себе кнопочку и... Что? Все, пиздец, пропаял нахер. Вот, короче, паяла, блядь, твою мать. И, короче, сейчас я буду заказывать мышку. Сейчас, бесшумная, бесшумная. Бесшумную мышку, кстати говоря, я не нашел. Вот, и буду, наверное, заказывать такую мышку, как SteelSeries. Kana V2 Black, да. То есть, это, в принципе, хорошая мышка по отзывам. То есть, по отзывам, да, и вообще, вот я обзоры посмотрел в интернете. Действительно, очень хорошая мышка. А не пиар, блядь. А с этой мышкой я, короче, не знаю, что буду делать. Короче, ее никак уже не спаяешь, пиздец. Я ее разъебал, короче, дурак. Так, короче, будем заказывать. Так, корзина. Будем оформлять, короче, заказ. Оформить заказ. Давайте оформим. Вообще не хотел ни разу обновлять свою мышку, потому что, ну, вот эти клики меня заебали. Вот тут я на SteelSeries, я посмотрел, там поменьше такие, ну, по крайней мере, клики слышно. Так, будем заказывать мышку. Сейчас я напишу имя, фамилию. Так. Мышка доставится через розетку интернет-магазин на новую почту. Вот. И, соответственно, это будет, ну, может, дня три займет это все. Блин, надо будет так лохануться, да? Я вообще в шоке. Я от себя такого даже не ожидал. Так, ну, в принципе, заказал. Это будет мышка, всего выйдет на сумму, ну, около 900 гривен. И что хочу добавить, соответственно, это я подоспел в силу того, что была акция на сайте. Так, что мне, в принципе, в этой мышке не понравилось? То, что, в принципе, она уже для меня мала. Вот видите, если вот так вот ее обхватывать, то пальцы, видите, вот выгибаются. Может, у меня большие пальцы, но она как бы на, ну, не лежит следственным образом. В отличие от SteelSeries, там SteelSeries, оно видно, что она продолговатая такая. И в принципе удобно будет лежать в ладони. Это я уже на 100% уверен. А что касается кликов. Вот сейчас. Ну, то есть, слышите, да, ну это пиздец. Это вот что-то записывать, какой-то летсплей, это все. Это, ну, я не знаю. Это можно повеситься вместе с подписчиками, которые тебя будут смотреть. Вот, кстати, если, что касается доната, можете сдонатить мне там сколько, да, так сказать. Отыграем эту мышку, да. Я еще в Сочи хотел, кстати, мышку купить за 3000. Там была Bloody F7, F7. И там у нее были кнопки такие, как не эластичные, а силиконовые. То есть это подразумевало то, что клики, ну, еще меньше будут слышны. Но почитав отзывы, я увидел, что люди, во-первых, отзывов мало. Да, SteelSeries, можно сказать, бренд, поэтому там отзывов будет до хера. Но F7 это просто там вот несколько отзывов всего и пишут, лучше бы я не заказывал. Ну, я не знаю, в принципе. Я вот держал SteelSeries в руках и щупал через коробку, вот вроде как там кликов не слышно. Но вы понимаете, что тоже вот в мышке должен быть отклик. А почему? Потому что, блядь, одно дело, я когда вот так вот, да, как доисторическая мышка, как вот, блин, еще в те времена, она вот так вот, ну, просто невозможно. Это так на нервы действует. Вот. Это одно дело. А второе дело, когда, да, она немного так кликает, ее чуть-чуть слышно, но, тем не менее, ты слышишь отклик, да, так называемый, как продавцы говорят, типа, это специальный отклик, я в Сочи спрашиваю, я подхожу, спрашиваю, есть бесшумные мышки,
у вас. И продавцы такие все в замешательстве. Ну, такие работники, то есть они не знают, что у них есть, что не есть. Мне так продавец и говорил, что, в принципе, одни из таких самых, это SteelSeries, это такие геймерские мышки, это, в принципе, можно их брать, и, в принципе, они как ну, на все года. То есть, SteelSeries Kana F2, то есть, это действительно хорошая мышка, вот если было был белого цвета, было бы классно. Она только черного. Вот, будем ждать звонка. Что касается вообще клавиатуры, по поводу клавиатуры, да не буду я клавиатуру менять, у меня обычная клавиатура меня устраивает, то есть вообще советую такую клавиатуру, где текст будет белый на черном фоне, потому что глаза портятся капец, у меня у подруги такая клавиатура есть, так она слепая ходит. У этой мышки много недостатков, то есть да, во-первых, вот мышка слезла, тупо зеленый цвет стал. Детский дизайн относительно, то есть видите, типа Spider-Man, там все дела. Переключение, вот эта кнопочка, она уже затухает. Переключение, то есть, ну это переключение скорости, то есть переключаешь. И цвет, по идее, как меняется, но он что-то нихера не меняется, я смотрю. Вот, потом вот эти боковые кнопки, ну в принципе их только тут две. А, и вот еще сверху, и само колесо, соответственно. Вот, ну, в принципе, я не, сейчас не хочу там обсирать, говорить, что эта мышка вообще полный кал, потому как я ее пользовался, она прослужила, действительно, мощная мышь, и до того момента, пока я не полез раскручивать, она бы еще и служила, в принципе. Что касается провода, вот такой провод, видите, виной вот этот провод идет, как бы, видите, материал, и дальше все. Ну, голый провод. В принципе, до этого было все нормально. Просто протерся столом провод. В принципе, тут я виноват. Почему? Потому что у меня стол, я все время ерзал. У меня вообще у вас должен быть провод. Вот, лежать как бы вот здесь на столе. Да, как бы и не мешать. Вы его таким образом должны... как бы поставить, чтобы ну не сильно дергать, потому что там на углу протирается вот эта херня, и видите, да, то есть вот тут голый провод, вот тут как бы такая защита, материал, вот, и вот тут плюс может легко сломаться, ну и загнуться шнур, ну в принципе шнур неплохой, в принципе громко кликает относительно это не самая хорошая игровая мышь. То есть, ну, как оптимальный вариант она годится, но такое, конечно, уже, ну, это, скажем так, то есть, это уже прошлый век. А если вы полезете делать сами бесшумную мышку путем паяльника и там далее, там подобное, не делайте. Почему? Потому что навредите. То есть, я вот навредил. Не потому что я там не умён, а потому что, блядь, жиру бешусь делать нехер. Думаю, сейчас вот я спаяю, ага, спаял, блин. Да, удобно, я вас мышку заказывал. Да, да. Мышка, еще раз повторите, SteelSeries V2, да? А белого нету, да? Там только черный. А, ну хорошо, хорошо. То давайте, не, уже потом тогда. Да. Ну, номер заказа. Ага. До свидания. Фух, вот так вот. Все. Заказ выполнен. Можно убирать все это. Весь этот хлам, который я тут перерыл, когда хотел добиться результата в тихой мышке. Пиздец, долбоеб, блядь.